Ladies and gentlemen, please turn off all beepers, pagers, and mobile phones. Thank you very much for your cooperation. Он вошел в комнату и увидел на маленьком желтом столике зеленое яблоко. Три окна, спичка, выпь, ножницы были не в силах перерезать нитку, и этот большой, сильный человек заплакал. По горько-тайным причинам люди различаются между собой степенью переживаний. В этом различие душ. Жесткая, неспособная к вибрациям душа может сотрястись только от удара в бок. Большой, сильный человек заплакал. Фразы из традиционного романа, умиляющие грубые души. Злой ветер тряс деревья, и они стонали. Фразы потрясающие подростка. Здесь нету надобности ни в до, ни после. Здесь уже и эти немногие слова ужасают, действуют и ужасают. Тут уже и эта фраза вызывает цепь переживаний, а стало быть, эта фраза целая поэма. Силы равны силе обеих предыдущих фраз. В этой фразе заключены и страх, и ненависть, и страсть, и ужас, и отчаяние, и надежда, и вера, и любовь, и еще раз отчаяние, и страх, и вожделение, и ненависть. И способ, каким произносится этот звук, определяет его содержание. Но вот вдруг приходят горькие тайные силы и строят стену. Стену, через которую может проникнуть только дух. И этот большой, сильный человек заплакал. 5 слов, 28 стихов. Один звук. Или он вошел в комнату и увидел на маленьком желтом столике зеленое яблоко и никакого действия, никакой бури. Душа спокойна и отражает по-прежнему ад, небо, землю и только что выпитую чашку горячего чая. Звук повторяется все сильнее. Говорящий хочет заставить, чтобы его услышали. Он хочет разбудить душу. Он хочет поднять бурю. Он воет, как безумный. И душа спокойна. Душа спокойна и отражает только что выпитую чашку горячего чая. Ах, перестаньте, пожалуйста. Ухо раздражается. Оно недовольно. И несчастный слушатель говорит... Ну и по ту сторону этой страшной стены
через которую проникнуть может только дух. Живут, живут многие-многие люди. Каким путем ты перенес их туда, дух? Три окна. Три окна. И чем спокойнее и деревяннее это произносится, тем сильнее в душе буря. Мир сотрясается, жизнь говорит, всему даруется рот, душа становится тысячеухой, новые неведомые существа населяют новую землю, старый мир приобщается к новому, космическое творение. Вооружимся на мгновение терпением и попробуем, помимо уже сделанного внешнего сравнения, звуков, фраз, попробуем провести внутренний анализ. Внутренний анализ — это посох. Это посох, который пригоден и в болоте, и в лесах. Он легче, чем воздух, и прочнее, чем сталь. На него можно спокойно опереться. Он легче, чем воздух. Он может перенести груз больше, чем все цепелины и аэропланы вместе взятые. На него можно спокойно опереться. Возьмем его! И вооружимся на мгновение терпения. На маленьком желтом столике лежало зеленое яблоко. Да, да, а дальше? На маленьком желтом столике лежало зеленое яблоко. Вы думаете, этот человек сошел с ума? Зачем ему это зеленое яблоко? В этом лежит решение загадки. Страшная стена, через которую может проникнуть только дух, разделяет два царства друг от друга. Царство людей, которых только и исключительно касаются вещи, их лично касающиеся, я бы их назвал судьбой. Царство людей, которых потрясают вещи, их лично не касающиеся, я бы назвал субъективистами. И только субъективистам знаком этот великий мир, им также знакомы личные чувства, и поэтому они уже и по ту сторону стены, соответственно, они уже в высшем царстве. И только для них создано искусство в самом чистом своем понимании. Самые люди способны увидеть красоту зеленого яблока только на картине. Мы не способны увидеть красоту этого яблока, если оно не нарисовано или не лежит физически перед глазами. Яблоко не красное, а именно зеленое.
Thank you.
выкопал в гладкой, ровной, твердой и сухой земле маленькую, очень круглую ямку и скакал через нее непрестанно каждый день от 4 до 5 часов. Он скакал с одной стороны ямки на другую с усилием, которого могло бы хватить на 3-аршинную яму. И сейчас же опять назад. И сейчас же опять назад. И сейчас же опять назад. 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 Опять назад, опять назад, опять, опять. О, опять, 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 о, опять, о, опять. На это не надо бы смотреть. Но если уже был там раз, если даже один только раз, один самый маленький разочек, тогда, да, тогда. Как тогда оторвать глаза? Как тогда не пойти туда, не пойти? Иногда невозможно достигнуть дне. Кто из людей, живущих вторую половину и последнюю своей жизни на земле в этот раз, не знает, всякий знает. И потому я должен опять туда, к скачущему человеку, и он меня возбуждает. Он делает меня печальным. Он. Никогда не ходи туда, никогда не смотри на него, никогда. Уж больше полчетвертого. Иду туда. Thank you.
Thank you.
чего никто не видел, бледно-голубых пятен на желтой яркости. Опусти руку твою в кипяток и обожги пальцы. Лучше пусть пальцы твои поют о боли. Thank you.